Следующая песня, ну, наверное, она все-таки была написана в порыве отчаяния, что ли, когда было такое, когда у нас один за одним уходили вдруг из жизни хорошие люди. Написалась песня такая, вот я думал, вот тогда это был ноябрь, когда вот Черный Лукич как раз умер, не только он. Мы жили тогда, вот я и мои знакомые жили с таким ожиданием, кто под огонь вот этот попадет снова. И вот как-то написалась такая песня. Вот сложновато мне немножко играть, потому что, ну, она такая, да, действительно новая, она дописывалась там еще спустя несколько месяцев. Вот, извините, если вдруг собьюсь. Слева всполохи света, сумасшедшие блики и залпы раскатом гремят. Только б суметь дотянуть до рассвета. Молнии слепят и будто взрывается эхом закат. Солнечный путь мы прожили частично, ускоряли шаги, твердили себе, что дойдем. Запах вдыхали полей земляничных, а теперь дышим гарью и снова стоим под огнем. Под огнем мы стоим под огнем. Мы крепки и сильны, но в душе все же плачем о нем. Под огнем, перекрестным огнем. Только так нам дано осознать, кто мы есть и куда мы идем. Никого, кто бы бросил другого, чтобы там не ворчали угрюмые лица во след. Им не понять, как же жить по-иному. Они видеть хотят только спины, хоть тянут им руки в ответ. Эта борьба продолжается вечно, но мы боремся только с собой и иного не ждем. Путь по прямой, колеса бесконечность. Кто же сделает шаг, кто же будет стоять под огнем? Под огнем мы стоим под огнем. Мы крепки и сильны, но в душе все же молим о нем. Под огнем, перекрестным огнем. Только так нам дано осознать, кто мы есть и куда мы идем. Рассудить, стоя у незаметной черты. Те, кто вечность глядел, сами все же не вечны. И в бессмертии шаг нам объятия слепой пустоты. Кто-то истину проклял, закрыв свои ясные очи. Носят четче шаги, хоть и дальше туманная цель. В эти черные дни мы зачем-то ждем белые ночи. И гадаем оставшиеся дни, кто же вновь будет взят на прицел. На прицел, кто же взят на прицел. Кто уйдет навсегда, кто будет по-прежнему цел. На прицел, кто же взят на прицел. И кому эти страшные средства оправдают ясную цель. Только тех, кто от нас ушел этим путем. Под огнем, перекрестным огнем. Дай нам Бог осознать и понять, то,
почему и зачем мы куда-то идем.